В последних видео мы пытались сделать ответ на самый сложный вызов. Стал он таким только благодаря одному конкретному элементу. Илюха, давай! Давай! И сегодня мы готовы к тому, чтобы поставить точку в этом вызове. Привет, друг с Animatic School. Сегодня настолько легендарное видео, что я даже, наверное, превью не смог подобрать, чтобы вот реально выразить все то, что сегодня произойдет. Если в прошлом видео некоторые додумались, что там был кликбейт, хотя, между прочим, в названии четко стоит вопрос, и поэтому там нет утверждения, там не было того, что подумали некоторые, что там точно есть back-to-back зацеп. Его там не было. Ну, понятное дело, потому что стоит вопрос. Что конкретно сегодня? Я думаю, вопросов быть уже не может, потому что мы разобрались с вызовом, наверное. Как именно вы узнаете? А что еще там произошло? Что мы там загадали? Пусть некоторые уже в курсе, но... Подождите. Не спешите смотреть в комментарии, но кое-что написать вам туда точно придется. Потому что я хочу выразить огромную благодарность за то, что вы пишете столько комментариев. Под предыдущим видео тысяча комментов, которые я все прочитал, пролайкал, некоторым ответил. Я, честно говоря, в шоке, вот мне безумно приятно этим заниматься. Я надеюсь, что мы дальше продолжим это все делать. И как обычно, специально для вас есть тема для комментариев, которую вы сможете сейчас написать. Я думаю, будет сейчас два вопроса. Первое. Как давно вы смотрите Dematerix School и вообще в целом, как узнали, да? Даже это уже пару вопросов, по сути. И еще один вопрос, это... Что именно вам нравится на этом канале? То есть, чтобы мы это однажды вдруг не потеряли, потому что вас это цепляет, да? Вот, я как раз это изучу, пролайкаю, как обычно. И самое важное, реально пишем. И давайте мы еще одну штуку такую интересную добавим. Мы комментами очень сильно двигаем видос. Но пока что прилично отстают лайки. Поэтому прямо сейчас бахаем лайк. Если еще поделитесь с другом, поверьте, он не пожалеет от того, что увидит. Это, ну прям серьезно, это очень круто. Поэтому на стену куда-нибудь просто закидываем всех в сторис. Ну а теперь все, не буду тянуть. И будем смотреть, как мы добили вызов от Workout Leon. Погнали. Так, короче, господа, у нас такой прикол, что пока что младшая гвардия всего лишь здесь, но это временно, потому что Янчас сделает, знаете что, то, что он не умеет еще в принципе. Группу только не отпускай, сразу полетели. Давай, пам. Группа. Ой, хорош. Только это, слишком поздно не вздумай отпускаться, понял? Теперь Вано также делает это то же самое. А мы ждем Стасяна, который будет сегодня вывозить дальше весь этот жестокий вызов. Пам. О, медленно как. Хлестать надо учиться, Ванюк. Хлестать. Что такое, Марк? Дима. А? Бэк. Окей. Дима, что такое? Давай внутри не попробуй. Извиться сзади, что ли? Да. Давай. Ну, да, ты бэк хочешь? Марк, давай, удивляй. Марк, группу только держи. Так. Ой, красавчик. Малые, вы что творите? Капец, уже сразу. Данила, ты что фигней страдаешь опять? Я разминаюсь. Давай, пошел. Я говорю, годзилла какая-то. А потом он говорит, что он, я не горилла. Не называйте меня гориллой. Вот что происходит. На турник пошли. Сейчас. Даня, тебе пацаны, надо сегодня мощную связку выполнять для загадывания. Смотри. Стойте, пацаны, полетел уже быстро. Понятно. Так, Сенич пошел. Ой, почти улетел, малям. Че такое? Че делаешь? Давай супру покажи. Покажи супру просто, давай. А? Back to back опять. Давай, пошел. Марк полетел тащить бэк в ноги, как он сказал. Ой, хорош. Где Стасян? Короче, Дань, мне на тебя надо две вещи. Первое, это горизонт, а второе, загадываешь связку одну конкретно для этой тимы. Поехали, давай. Потому что Даня выполнить вряд ли что-то сможет, там реально Стасян будет в одного вывозить. А вот именно загадать Данила кое-что может. Поехали, Данич. Окей, ясно. Ладно, погнали. Короче, господин Стасян уже готов, он уже там, он где-то рукой машет. Давай, тащи, Стасян. Так, и еще Янчи здесь параллельно будет супру пытаться. Давай, Стас.
делать? Я кулак! Стасян, ну неплохо для начала, я думаю. Вполне, задел, вполне. Хотя руками здесь. Да, есть. Да. Потому что здесь, по-моему, таких попыток вообще не было. Первая такая. Ну, окей, хорошо. Я сорвал. Чё? Я сорвал. Давай делай. Сорвался. Я сам опять. Давай делай. Даня, двуха? Да, пока двуху пошел. Все, Даня, потом на связку. Давай, пошел. Хорош. Кстати, Даня, я ж удивился. Да? Вообще нормально. Дань, все, по связке, понял? Так, пока Максон тоже на турнике. Интересно у него со скоки, приколы. Давай, Стасян, погнали. У меня опять голоса нифига нет почти что. Он местами подрывается. И я готов его оставить здесь. Блин, я плохо сел, но опять задел, но плохо. Нормально. Главное вспоминать, как было, и все, и будет вообще отлично. О! Жесть какая. Я, короче, местами параллельно буду снимать все. Вот такие даже полеты космические. Так, Ванек, что делаешь сам? А, понятно, понятно. Ванек тут, короче, не успел прийти, а двух вообще не мог сделать. А здесь уже, прикинь, двух и сегодня с первой попытки сделал и двойной топорик уже затащил. Капец, Ванок, что творит? Давай, погнали. Стасян, давай, тащи, 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 тащи. Выше. Красавчик просто, Стасян. Офигеть, как это неожиданно сейчас было. Капец, давай позже, позже. Хорош. Просто бушка, Стасян. Офигеть, офигеть просто. Это так легко, Данила, было вообще. Я вообще не ожидал. Просто молодец, просто, ты даже сам не удивился особо. Третья попытка. Офигеть, очень легко, давай стабильный. Давай сейчас тащи. Я хотел семеру, мне в семеру же надо. Я понял. Как пацан видел, делал. Короче, Стасян оставил комментарий насчет того, что он в семеру это еще хочет сделать. И мы сейчас что будем делать? Пробовать. Да, и еще хочу лазгейнером попробовать теперь зацеп. Капец, меня порвало просто, Стасян. Я, знаешь, почему не удивился? Я не ожидал. Я тоже не ожидал. Я просто смотрел, он взял, я думал, что это сейчас бузару, как последняя скотина. Мне кажется, я могу стабильно делать почему-то. Сейчас попробую еще. Погнали. Капец, это просто, это такой элемент, это так легко было. Так, еще один момент. Я хоть и знаю, что есть один человек вот там вот, который не написал комментарий, но это ладно. Я от него пока хоть и жду, мне важнее сказать другое. Стасян не просто так, по сути, выводит один этот вызов. Он, можно сказать, вызов дал этот себе полностью. Сможет ли он затащить, да? И очень, прям вот очень буду счастлив, если вы его поддержите, перейдете прямо сейчас перейдете по ссылке в описании и подписку бахните. Ну, потому что он заслужил, ну серьезно. Он столько вывез, и будет странно, если реально он останется без внимания. Вы еще даже не представили, что он сегодня сделает еще. Я надеюсь, вы уже видели, что он сделал бэк-зацеп. И сейчас надо точно его поддержать, подписаться. А мы продолжаем. Чек. Жесть, просто жесть. Бэк-зацеп. Вообще теперь не кликбейт ни разу. Короче, все, мы идем дальше. Даня сейчас будет связку уже загадывать. И все. Стасян, просто машина. Да, да. Это точно. И там еще Егер, короче, все свои сложные впихивай туда просто по максимуму. Егер я уже впихнул. Вообще. Надо было, знаешь, что Егер и в гингер свой жесткий, понял? Да, надо его забыть. Капец, я вообще, я так в шоке, что это вновь произошло. Наконец-то. И это было так легко, просто в шоке. Я очень надеюсь на ваш безумный актив. Я не знаю, там миллиард лайков, такое не было, наверное. Пора вот сделать на этом видео. И обязательно писать комментарий по теме, которую явно уже озвучили просто. Понятно? Стасян, давай, поехали. Давай, Стас, пошел выше. Нормально, нормально. Я думаю, пока еще можно подобивать. Мозоли не критичны. Да. Надо у нас просто связка висит одна еще. Сейчас либо Макс может постархует пока что, ты поснимаешь. Давай. Ну, подушечкой. Даня, все, давай. Даня, короче, что делает? Он загадывает сейчас связку из трех элементов. Я надеюсь, что она выйдет. Там именно один сложный переход с первого элемента во второй. Сейчас бэк попробуем. Все, Дань, давай, только не затупи. Пошел. Сейчас мне главное не сорвать, сейчас я. Понятно, что не сорвать, это логично. Поколдуй там маленько и полетел. Давай. Оп! Давай, давай, давай! И
и улетел. Копейск. Так, Ян, покажи, как надо открывать на турнике. Пошел. Выстрел. Взял. Молодец, вообще, на лайтах просто. Янчик, красавчик. Сосян, все то же самое пока. Пока другое. А, это? Окей, есть, короче, одна очень мощная штука. И если мы сделаем, то это явно полетит вызов напрямую. Вот, а пока мы просто ожидаем. Все, Стасян, давай, делаем вещь. Так. Сейчас должен быть, по сути, передний егерь. А то есть гейнер с зацепом за головой. То, что мы тогда не могли сделать. О, улег как. Попозже, попозже. А так близко, достаточно. Погнал, погнал, погнал. Есть. Есть. Эй, Даня, блин, ну... Низко, низко стрелять. Я сейчас не знаю, что делать. Возможно, мортиру. Оп, что-то легко, вообще легко. Короче, Тасян говорит, хочу чист для себя, для родного, любимого, сделать семерку. Поэтому... Опа, и легко! С первого раза, просто с первого. Бам, отлично, и бэк зацеп. А, это было бы вообще разрывная, просто вообще. Ну, семеру с первого, я доволен. Да. Было бы хорошо. Че, объединим эти два жестоких элемента? Надо. Давай. Еще ткача потом надо будет пробовать уже. Еще связку-то, блин. Какой? А, ее добить надо? Да. Ну, я попробую, мозоли пока вроде живы. Ну, давай, все, Даня, загадывай. Янчис, ты? Это ты присел в карты. Давай, пошел. Давай, Даня. Бери. Так. Так. Ну, Ну, Даня, вполне реально, вполне реально. Это не сильно будет жестокая связка. Так что давай, тащи. Бэк, зацеп и сразу семера, да? Опа, сорян, пацаны. Со склепки, скорее всего. Потому что там дергает и типа неудобно заходить. Было бы идеально, если бы я сразу зашел. Ну ладно, пофиг, пофиг. Там по ощущениям, по ощущениям. Не вопрос. Это, короче, сейчас Стасян совсем скоро будет пробовать бэк, зацеп и вместе с семерой. А что, если мы загадаем просто это? И все. Просто, а вот надо совместить два элемента. О, смерть, парень, аккуратней. Причем, вот. Миша, ты что там делал бэк-ту-бэк, он, по-моему, не делает семеру. Ага. А кто делает семеру, не делает бэк-ту-бэк. А вот, наш, их же оружие будем против них использовать. Кто к нам причем придет, от него же умрет. Да, да, просто философия Диматярик Скул. Поехали. Давай, Стасян, давай. Так. Сейчас повыше, повыше, повыше. Ну сейчас это. Рано раскрылся. Да, 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 да. Ну и это, кач, мне кажется, лишний, когда у тебя появляется, тяжелее как будто. Да, есть такой, иногда теряюсь. Вот. Так, звонек. Оп. О, Вань, ну в колени, но все равно. Так, короче, наш этот, как его? Горилла. Как его? Да, горилла. Он готов, короче. Все, Дань, давай, пошел. Давай, Дань, собрался. Есть. Есть. Бам! Хорош, Даня, все, загадал, красавчик, молодец! Бам! Все, есть, отлично, отлично. Мы что делаем все-таки? Мы, наверное, со Стасяном пока связку добьем, чтобы уж полностью. Бам! И вот, потом уже посмотрим, что будет. Возможно, загадаем какую-нибудь лютую дичь. Смотрите, как, мне кажется, будущий Гошан не растет. Так, Стасян пошел у нас. Стас, попозже только, попозже. Так. Да-да-да-да-да, еще попозже можно, прям вполне нормально зашел. Но я забываю, типа, что в разнопад я пытаюсь два взять, да, это да. Плохо. Даня, а ты что пришел? А? Что пришел? Двуху. Давай прям четко, прям... Блин, у тебя, Даня, отмах, можно брать больше, а ты что-то очкуешь. Я боюсь. То же самое, то же самое. Хорошо. Иди на мелкий тогда, Даня, на мелкий иди. Там поставишь, вот там уровень будет. Да? Да, я уже который раз говорю, да. Там неудобно. Ванюк, давай, пошел. Чё? Да. Бам. Вот, ну не, здесь не крутит особо. Давай, Стасян, пошел. Связку. Давай. Дольше, дольше. Не, Стасян, качи не хватило. Тебе кача прям вообще побольше надо. Блин, такой, такая противная связка. Вот, все вроде хорошо. Бэк, зацеп хорошо пошел. А здесь главное, ну вообще, ну никак. Прям. Так, окей, короче, сейчас пока малого глянем. Мы будем все так же пробовать. О, не, видишь, тебя вообще не... Ставь лайк, если малые тоже тащат. Молодцы вообще. Давай. Пиши, а лучше пиши в комментариях. Мне вот там поинтереснее почитать. Лайк, может, некоторые не поставят. Пишите комменты лучше. Оп!
Короче, о, вылет большой грудки нет. Тася, ну-ка. Ну тут близко, как бы на уровне, но... Я пытался по гимнастическому. Так, Ванёк все так же. А, трёх. Склёпка. Оп! Вань, близко, очень близко, аккуратней. Так, Данила, короче, маты настелил, высоту себе повышает, соответственно, даже наоборот, понижает. И полетел. Не, от маха больше, отпускать чуть позже. Так, Марк делает бэк или что? Марк, группу держать, группу. Хорошая. Ой, молодец, прям молодец. Моя двуха. Давай. А что, я не знаю. Ванёк, ты что? А, бэк? А я его сделаю стабильно. Давай, сейчас, погоди. Ванёк учится бэк, он сегодня первый день, можно сказать, нормально хоть как-то учился. И сделал, Ванёк, ты даже угла не взял, вообще ничего не сделал. Капец, я только что хотел объяснить, что Ванёк вообще в принципе к бэку еще не предрасположен особо. Потому что мы сегодня первый день так нормально практиковали. И вот оно, капец, красавчик. Так. Давай. Так. Да ёкарный бабос. Близко, да, близко, я прям соглашусь. Да, и в трёху. Сейчас я возьму макрис, я в трёху зайду. Да, там трёха, там вообще любым способом уже зайти. Давай, Данька. Вот. Вот, именно. О, ну что-то было. Подогнуло. Надо только встать нормально, потом повышать. Марк всё, бэк отрабатывает. Молодец, Марк, пошёл. О, высоковато что-то взял, высоковато. Давай, Данька. Давай, хорошо. Оп, Даня, ты чё, пластищем лёг? Па, нормально, в ноги уже стоит. Стасян, давай посильнее. Так. Вот. Так. Ну, ё-моё, близко уже, прям близко. Ой, какой проблемная связка, ну, элемент, точнее. Мы уже с трёх, это там всё нормально будет. Бо! Данила все так же, двушка. Давай, пошел. Дань, давай. Бо! О-о-о! Ну ладно, потянем. Стасян, что мы бахаем? Да, комбинацию или что? Ага. Близко было, вот так. Хорошо, ладно. Сейчас попробую застабилить ноги. Кого? Бэк. Да ты же его и так уже ставишь. А нет, я хочу, чтобы это руками не касалось. Так иди туда лучше отрабатывай, на мелкий. Там он спокойно можно будет нормально поставить. Если поставишь там, уже вообще будешь красавчик. Группу, а видишь, сразу... группу держишь и молодец. Это сколько... Я тогда, короче, Марку сказал, он группу не держал. Я его заставил сидеть 2 минуты в корточках вот. И вроде сейчас начал держать. Молодец. Нормально. Давай. Тренерский подход хороший. Ну типа. Я также учился. Вот, ну-ка смотри. Сломался, пам, красавчик. Не говори, сломался. Ну да, странное выражение. Все, мы полетели. Даня, куда мы полетели? В капусту. Все, поехали. Давай, Даня, пошел. Я оттуда вылез. Зачем мне туда обратно? Давай, Даня, пошел. У меня мама так говорит просто. Так. Данька что-то... А, он просто маты поближе подвинул. А, умеет делать, я уже забыл. Стасян, давай, что, давай меня, просто. Что, глаза не видят из-за магнезии. Ваня, ты это видел? Попозже. Какая колбаса была? Там такая колбаса была. Просто. Звуки одни, горе. Ничего, нормально, собрались, разобрались, я собрался, пошел. Да, это самое важное, реально. Так. Ой, передержал, Ян, зачем? Ты в зале лучше делаешь, чем тут. Давай, смотрю, что делаешь, ты скажи. Винт. Так. Ну, ты в конце выпрямляешься, вначале группировкой заходишь. Все, Дань, давай, по винту. Не, Дань, а ногами-то впнуть-то, что, не? Да не могу я пойти. Чмоки, короче, все, Янчиса смотрим. Янчис хочет двойное внутреннее. Но это все очень грустно пока выходит у него. Потому что кача нет, крутки тем более вообще нет. И он будет исправляться, он молодец. Вано хочет то же самое, по-моему. Все, Данила, полетел, давай. Погнали. Дань... с отмаха лучше будет и ногами чуть пожестче вопни. Так, Сванек, я так полагаю, будет сейчас двойное внутреннее с полуны. Вань, только отпускай чуть пораньше на всякий случай. Сейчас. Понял. Ванек поздновато. Все-таки поздновато. Сейчас
Всем привет. Стась, мы тут хотели же Бэк Семеру, типа оружие там на оружие, вот это бла-бла-бла. И это, Стасян, обоснуй. Бэк ту бэк я сделал, свою часть я выполнил, но вы, по-моему, 5000 еще не набрали, как я последний раз смотрел. Поэтому как только 5000 будет, мы попадаем в зал, и я делаю. Да, можно на этом ролике, можно на предыдущем. Главное собрать 5000. 5000, да. Просто надо на итоговый и заводи на этот. Да, не рановато, кача побольше. Да? Вытягивайся больше. Ты должен куда-то стрелой отлетать от турника. А ты куда ногами в турник летишь? А я боюсь. Так ты хочешь еще куда себе сделать? Страшно. Улетел. Это был винт двойной. Это было. Короче, снимаешь? Короче, сейчас, помимо того, что Данила орет мне... Мы сейчас будем ткача делать со Станиславом. И ладно, окей, допустим, то, что у нас не получилось пока связку выполнить, мы ее выполним обязательно в одном из следующих видео. Потому что, ну, сколько можно тянуть уже с ответкой полноценной. Бэк-зацеп, самое важное. А это, ну, как бы успеется. Какой-нибудь Мэдмен придет, да попробует и сделает. Не суть. Сейчас попробуем ткача, потому что, может быть, maybe, мы сегодня его загадаем, и будет вообще разрыв вселенского масштаба. Погнали. Ну, не обессудьте, согласитесь, что как бы, ну, ткач будет намного интереснее выглядеть, чем та комбинация. А мозоли уже начинают умирать. Он мне рожки ставил? Нет. Слава богу. Перед тем, как перейти непосредственно к Ткачеву, я все же, знаете, что хочу вспомнить? Как мы шли к этому. Буквально сейчас небольшая нарезочка о том, какие попытки нам приходилось делать для того, чтобы... произошло сегодня то, что вы скоро увидите. Смотрим. Озвучка от Танюшки. Мне сказали комментировать, но я, наверное, не буду. Она уверена. Заходи. Это что сейчас было? Я очень пугался. Я после тебя, Саня, что? Что надо? Надо делать. Я могу ничего, не могу ничего сказать. Говори, тебе сказали комментировать. Это гравитация. Давай! Опа, хорошо как! Первый сад! Данечка, спасайся! Данечек, залази! Давай руку! А я? Давай! И что это было? Ой, блин, это прям идеально было. Слушай, оно как бы получить неплохо. Рано отпускаешь. Прям хорошо. Прям хорошо. Короче, сейчас должен настать что сказал? Легендарный момент, когда Стасян должен сделать хорошую попытку, не задев ногами. Главное ему хорошо вылететь, попозже вот этот рывочек сделать, чтобы чисто руками он пришел. И тогда уже можно пробовать без подушки. Прикиньте, что будет, если загадаем ткача с солнышком. Пишите в комментариях, насколько это жестко. А мы погнали пробовать. Давай. На самом деле, перед каждой попыткой, ну я все Стасу накидываю, что Стасян, возьми больше отмаха. В этом победа отчасти вообще прям, ну 50% успеха это точно оно. Плюс Серега,
тот самый, от которого вы ждете итальянские обороты. Кстати, пишите в комментариях, этот жук тогда от меня сливался, возможно, он обиделся из-за того, что его так долго не просили, а тут нате все захотели. Давайте, короче, это как мем уже оставим, что Серега го итальянский. Вот прямо сейчас пишите в комментариях. И вот, пока я объясняю, вы можете писать. И, короче, он тоже объяснял Стасяну касательно тоже немаловажной сложной части, а именно прогиба, который он должен сделать, ну, максимально прям хлестануть и перелететь прям, ну, по-царски просто турник, взявшись не просто, вот взявшись, да, криво, а еще и в оборот. Потому что, ну, я уже, как и сказал ранее, мы добиваемся вместе, вот все реально общими усилиями, не просто ткача, которого уже делали и смысла от этого нет, а конкретно перелет ткачева максимально схожего с гимнастическим, то есть с ровным телом, ногами, то есть в оборот, прям красиво-красиво. И это, поверьте, это еще далеко не все цели тоже. Я потом еще повкидываю насчет этого. А мы смотрим дальше. Все, съемка пошла, давай. Отмахни, прям отмахни. Ага. Давай! Опа! Оно, Стася, прямо оно! Оно! Все! Делай всегда такой отмах, и ты в руки берешь. Еще раз, без мата, с матом делаем. Если хорошо, все, полетели, делаем. Если ты увидишь, что я смотри, если я отмахну стойку, можешь не подставлять. Окей. Если я увижу, что ноги пролетают, все, я не... А вот сейчас я расскажу предысторию легендарного момента, который вы скоро увидите. Стасян, когда перелетел турник хорошо, мы обусловились все-таки, что мы еще сделаем одну попытку, конкретно с подушкой, да, чтобы, ну, не разбиться. Потом, вроде как, по ходу разговора вы заметили, что мы переобулись на то, что если я увижу, что ноги пролетают, я не подставляю. Потом мы вновь вернулись, потому что к тому, что я точно подушку держу, так как настоял Серега. Опять же, в рамках безопасности и в целом, чтобы элемент не испортился. Но Серега не знал, что перед попыткой Стасян просто вот залазил на турник, смотрит мне в глаза, говорит: Диман, не страхуй, даже не надо. И я как бы сразу в голове открутил тот момент, что если я увижу, как ноги пролетают за турник, он ими точно не заденет, ну и, разумеется, лицом не ударится, то я подушку не подставляю. Я был готов, я был максимально внимателен. Вышло лето. Сейчас посмотрите. Так, я начал. Давай, Стасян. Серёжа, можешь поставлять? Офигенно, Стася! Хорош! Кача, наконец! Путь к ткачу и ответка на вызов разрывная. Я еще раз отмахиваюсь. А всего лишь, ребята, всего лишь. Он красавчик. Всего лишь я взял в руки камеру, да. И как поперло, да, Данила? Да. И мы сделали это. Перелет ткачо. Диматерик Скул. То, что мы ждали с зимы буквально, когда были максимально жесткие попытки от Родионы на улице, сейчас это произошло максимально, ну, адекватно в гимнастическом зале. Разумеется, это еще не все, мы сейчас еще даже подорабатывать что-то успеем, вы это скоро узнаете, но сам факт, который явно заслуживает вашей подписки, заслуживает вашего лайка и комментария, потому что, ну, по-другому никак. Я обязательно, говорю, все прочитаю, и мне очень интересно посмотреть на вашу реакцию. Но на этом мы совсем не заканчиваем. Смотрим дальше. Опа! Нормас! Хорош, Стасян! Бэк, зацеп! Ой, капец! Это что такое, Стасян? Что то меня проперло вообще? У меня аж развязался. Зацеп надо было еще сделать. А, они собираются качать с ровными ногами. Я так, прохожая. Сделали, Стасян, побольше. Давай. Стасян, вот чтобы с прямыми, по-любому надо еще повыше. Я пробовал. Сильно. Ой, красавчик!
Вот просто пушка, просто да! Пушка вообще. Я хоть и далеко, и слышно меня криво-косо, но у меня слов. Если после этого видос 200 тысяч не будет, мы обидимся со Стасяном и забросим YouTube канал. А правда это или нет, думайте сами. Опа! Опа! Красавчик! Красавчик! Давай! Ба! Кинга надо было! Не, там такой турник ты бы знал. Просто тренировка разрывная, Серговичина. Гасится! У меня все трясется, у меня ноги так трясутся. Это бэк зацеп! Фул ткача! За тренировку! А я топорик сделал! У меня ощущение, что воркаутеры так хорошо еще особо-то и не делали. И это шикарно. Воркаутеры правильно. Еще и загадали, что происходит вообще. А я еще... Как думаешь, выполнил? Вот кто там это, в Дагестане... Чего вы не позвали на Сарёва меня? Обиделся. Вообще. Да не, нормально. Вот как просто натащить, вот как разрывать. Я все-таки оторвал мозоль. Вот мяско. Ну это такая, типа день и прошло. Офигительно, чем шикарно, топ. 5000 лайков, я делаю бэк-зацеп семерок, футкач. На этом видосе 10 тысяч лайков, это минимум. Тут надо... Что ты сказал, погоди, бэк-зацеп? Переслушаешь? Все, окей, ладно. А я еще двуху в ноги научился. Сейчас все-таки хотелось бы ответить, что будет дальше с перелетом Ткачева. На самом деле мы сделали буквально малую часть того, что собираемся сделать. Вы можете написать то, о чем думаете в комментариях. То есть вот касательно этого элемента. К чему я веду? Путь не закончен. Абсолютно. Нет такого, что мы сейчас все, мы взяли, мы молодцы. Хоть я и считаю, что на данный момент мы сделали... по-моему, лучше всех воркаутеров, которых я лично видел по России, Украине, ближайших вот точно государств. Мы сделали лучше в плане техники, потому что Стасян ноги хоть как-то там в одной попытке так нормально подвыровнял, но на этом мы не заканчиваем. Вы не представляете, что дальше будет. Главное, чтобы мы шли планомерно, хорошо, с тем же энтузиазмом и без травм дальше. И тогда будет отлично. Теперь вопрос стоит другой. Что мы загадали-то? У нас же как бы ответка на вызов воркаут Леону. Вы сейчас, думаю, понимаете. Давайте небольшой намек. Будет 3 связки, в каждой из которых ткач. Первое. Дед Данила сегодня сделал перелет Ткачева в X-вылет и в гингер. Такая относительно легкая связка относительно того, что будет дальше. Следующее. Это связка Родиона. Пусть мы ее сегодня не сделали, да, но мы ее сделали недавно, она актуальна, Родион ее может сделать. Просто беда в том, что Родик очень занятой, и он не смог приехать. В этом беда, не спорю. И финальная, просто гранд-связка, самая хардовая, это перелет Ткачева, полный, через солнышко и 720. Я не знаю, конечно, что там у воркаут Леон на уме, но чувствую я, что такой вызов не потянет ни одна команда, серьезно. Хотя нет, может какая-нибудь и потянет. Голословно уж не буду, а то сейчас ляпну. В итоге вызовы полетят со всех сторон. Вы меня, думаю, поняли. Разумеется, некоторые будут сейчас писать, что мы сами не все выполнили и есть еще одна связка. Но, как и сказал ранее, какой-нибудь Мэдман придет в будущих видосах, да сделает. Потому что уже времени нет тянуть, надо... посмотреть ответку, что они смогут сказать нам конкретно на нашу ответочку, да? А я все так же пока напоминаю, что необходимо подписаться на канал, это раз, поставить лайк, два, и написать комментарий касательно того, что я говорил в начале. И тогда у вас будет все замечательно, а мы будем развиваться просто вселенскими масштабами дальше. И я надеюсь, что Данила скоро тоже как бустанется, что аж все будут в шоках. А с вами были Дима Терек Скул, всем прогресса, все нужные ссылки в описании, там и Стас, и воркаут Леон, и там все, пока.